Президент Болгарии Румен Радев выступает за строительство прямого газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант», назовем это «болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток-2», сказал Радев. По его словам, Болгария намерена стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы и заняться распределением природного газа. Европейский Союз поддерживает Софию в этом начинании, подчеркнул президент. После отмены газопровода «Южный поток» в 2014 году в России сформировалось недоверие к Болгарии как к партнеру в крупных инфраструктурных проектах, поскольку, с российской точки зрения, именно действия Софии привели к отмене строительства газопровода, отмечает издание. Президент Болгарии прибыл с двухдневным визитом в Россию, 21 мая встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая в Сочи с Владимиром Путиным. Это будет первая встреча президентов России и Болгарии за 10 лет. В конце апреля «Газпром» сообщил о завершении строительства морской части первой нитки турецкого потока. Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиард кубометров газа в год. Строительство турецкого потока началось в мае 2017 года вместо Южного потока. Россия и Германия реализуют проект строительства газопровода «Северный поток-2», который соединит страны по дну Балтийского моря. Мощность трубопровода – 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.